Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Так как на этом озере на спиннинг ловить больше нельзя, решил пойти попробовать поймать карпа. Буду ловить с поверхности его, потому что его сейчас очень много на поверхности стоит. Солнце вылезло. У нас, наверное, уже день 5-4, температура плюс 20 где-то. Вот он выходит греться, в том числе питаться. Сегодня в арсенале у меня будет хлеб, палец и собачий корм. Буду пробовать, смотреть. Ну, не знаю, что получится, потому что, говорю, первый раз так ловлю. Ну, как говорится, новичкам и дурачкам везет. Будем на это надеяться. Ну, хлеб подкидываешь, чтобы он подошел поближе. Ну вот прилетают вот эти утки и жирают все, блин. Плюс поплавок у меня легкий. У меня 10 грамм вроде, да, 10 грамм. Сейчас смотрю то, что весь карп ближе к середине пока стоит. Выпрыгивает тоже красиво довольно. Но буду пробовать ждать, что он подойдет к берегу. Сижу как раз, ветер мне в лицо дует. Может, тем самым подойдет сюда ближе к этому берегу питаться. Ну, в общем, что если что-то будет, обязательно покажу. А пока ждем. Ну, вот так вот берем кусок хлеба. Крючок у меня 4-го номера, какие были дома, взял. И пытаемся спрятать крючок. И закидываем. Конечно, далеко не летит у меня. Леска еще тонет, блин. Ну все, закинули и ждем. Только что карп пытался хлеб взять. Или на леску наткнулся, или, блин, но он промахнулся. Красиво было, блин. Будем ждать еще. Блин, вот эти утки покоя не дают. Я закидываю на хлеб. Сразу приплывают, прилетают. Давай его пытаться сожрать, блин. Надо вытаскивать. Это не дело, блин. Ну чего? Все, идите отсюда, блин. Я рыбу ловлю. А не пришел кормить вас. После рыбалки хлеб останется, отдам, блин. Ну куда вы опять идете, блин? Леска. Достали. Что? Пошли вон, блин, вот видите, вытаскиваю. И хлеб остается там. Я взял с собой, конечно, батон. С таким успехом можете вы мне и не платить. Ну давай, принеси мне карпика на пятерочку. Чуть по леске не пролетели. Так, хлеб на месте. Ждем. Сейчас будет, будет по-любому. Есть карп.
только закинул. Хороший. Я надеюсь, он у меня не сойдет. Так, вот поплавок. И поводок у меня 1.5 метра. Ой, хорош. В домике. Фух. Хороший карп. Сейчас мы его взвесим, наверное. Да, взвесим. О, хорошо. Он какой пузатый. Карп у нас 5400. Сейчас я вам его покажу. О, какой красавец. Отпустим его. Супер. Не успел даже заснять, как он клюнул, потому что сделал вот такой заброс, пока отходил назад, присаживался, ставил удочку и смотрю, как дернет она, блин. Видимо, сразу же схватил, подсек. Ну, вы и потом дальше уже все видели. Быстренько попытался включить камеру. Ну, хороший карпик. Пузатый был такой. 5400. Неплохо для этого озера, да и вообще. Первый раз таким способом ловлю. Ну что, надежда есть. Ловим еще дальше, значит. Сейчас попробуем поставить собачий корм вот такой вот. Я сейчас еще подкормлю. Каждые полчаса, может, горсточку закидываю здесь, неподалеку. Поплавок закинем. Неподалеку. Сейчас еще подкормлю немножко. Может, подойдет, кто его знает. Вон карп подошел, кушает. Он только не в ту стороне, блин. Он здесь вот он был. Возьмет, не возьмет. Не захотел. Ну, карп подошел. Я не знаю, было видно, не было видно. Хочу проверить с этим кормом. Он не тонет. А вот когда крючок. Все-таки он тонет немножко. Плохо.
О нет, гуси плывут на хлеб. Ё-моё. Отстаньте. Как сейчас ловить? Все, идите отсюда. Эти двое разведчиков, вон там еще, видимо, двое тоже смотрят. Кормить будут, их не будут. И лезут, блин. Ну ладно, пока, наверное, перекурим. Пока они не уйдут. Ха, ушли. Идите отсюда. Может, кш. Вот как он его погнал. Заебись, я тут, блядь, карпа прикармливаю, блин. Супер. Ну что, будем заканчивать, наверное, сегодня. Одного взял карпика. Еще, наверное, штук 5-6 пыталась захватить хлеб тоже. Промахивались. Плавку тоже пытались взять. Думаю, надо поплавок ставить грамм 30-40, чтобы летело дальше. Потому что 10 грамм против ветра далеко не улетает. Думаю, еще сюда вернусь, попробую также половить. Только закину, наверное, возьму с собой еще 2 донки. Может, на леща. И буду так вот на поверхности пробовать ловить его тоже. Карп гуляет, надо будет пробовать. Ладно, всем спасибо и всем пока.